Я Артем Господин Александрович, член Центрального совета Халыки Майданы. По поводу Владимира Ивановича Козлова могу сказать единственное. Я присутствовал на нескольких заседаниях Центрального совета. Никаких никогда не вопросов о каких-то агрессиях в отношении даже власти, несправедливой к народу, никогда на повестке дня не было. Я всегда, в общем-то, удивлялся, насколько этот человек честный, справедливый. И как-то на своем выступлении в одном из митингов я сказал, что я благодарен власти за то, что она меня вывела на этот митинг. Я также благодарен власти, что благодаря ей я познакомился с такими людьми, как Козлов. Я с большим уважением отношусь к нему и с гордостью, что меня судьба свела с таким человеком.